Подходим мы к легендарному залу дедов Гори, откуда вышло очень много чемпионов. На вид очень простой, скромный спорткомплекс. И сейчас зайдем, увидим сам спорткомплекс, зал внутри. Гамарджоба! Заходим, сразу небольшой холл. И сразу нам навстречу главный тренер и директор этого спорткомплекса. И очень просто замечательный, добрый человек. Дядя Анзор, как дела ваши? Все прекрасно. Все сейчас нормально. Обязательно снимем с вами видео, хорошо? Сейчас, одну минуту. Да хоть 20 минут вам, дядя Анзор. Заходим в вот такой небольшой холл. Здесь вот такой ресепшн. И сразу можно попасть в зал. Вот такой вот зал. Квадратов 500-600. Тренировка идет уже в самом разгаре. Вот там у нас чемпион Бажа Маргилашвили и чемпион Фердинанд. Лаша Шавдаташвили. Бажа Маргилашвили. Бека Гвенишвили. Все ребята тренируются в этом зале. Лаша Шавдаташвили является чемпионом Олимпийских игр, серебряным призером и бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом мира, чемпионом Европы. В общем, один из самых результативных дзюдоистов в Грузии. Там висит у нас Бажа Маргилашвили, серебряный призер Олимпийских игр, призер мира, чемпион Европы. И Бека Гвенишвили, призер Европы. Ассаламу алейкум. Как дела? Фердинанд, как дела, брат? Как настрой, ребят? Вот такой вот зал. Дядя Анзор, можно задать несколько вопросов? Пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, сколько олимпийских чемпионов вышло с этого зала? Из горы вышел 3 олимпийских чемпиона. Машаллах. Это старый поколение, первый олимпийский чемпион, что-то чуть-чуть. Это? Да, что-то чуть-чуть. С правой стороны первый. Да. Ага. Потом что-то Хабарели, тоже из горы. Он висит здесь? Здесь сейчас не висит, поменяем это. А. И Лаша Шавдатуашвили. Ну, Лаша все знают. Самый титулированный дзюдоист Грузии. Да. Он Лаша. Да. Сколько чемпионов мира? Много? Чемпионов мира три. Три чемпиона мира. Это Коба Куртанидзе, Лаша Шавдатуашвили и Тимур Кубулюр. Три чемпиона мира. Да. А чемпионов Европы не пересчитать там на руках, да? Тимур Кубулюр и двукратный чемпион мира. Чемпионов Европы много? Чемпионов Европы много, призеров Европы мира это очень много. Это не считая чемпионов по молодежи, по юношам? Нет. Это по взрослым говорят. Вообще это уровень, я считаю. Дядя Анзор является главным тренером этой школы и директором этого спорткомплекса. Дядя Анзор, спасибо. Что последний вопрос. Часто ли приезжают к вам на сборы? Да. Круглый год? Круглый год, каждый месяц по два сбора приезжают из разных стран. Из азиатских стран, из европейских стран. У нас все время проходят совместные сборы. Чтоб набороться с вашими ребятами, да. Получить опыт. Дядя Анзор, спасибо вам большое за очень теплый прием. Дядя Анзор вообще очень добрый, очень яркий человек. Спасибо вам, дядя Анзор. Хорошо. Вот такой вот простой, скромный зал, куда приезжают со всего мира потренироваться.